Взрыв на АЗС в Махачкале. Что известно к этому времени? В Махачкале, Республика Дагестан, вечером 14 августа произошел взрыв на автозаправке. В результате инцидента погибли 35 человек, еще 80 получили ранения. При взрыве были также повреждены расположенные рядом здания и автомобили. Причины произошедшего выясняются. Рассказываем о произошедшем подробнее. Что произошло? Вечером 14 августа мэрия Махачкалы сообщила о взрыве на городской автозаправке. По первичной информации, в Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы, приводит сообщение мэрии ТАСС. Глава Дагестана Сергей Меликов уточнил, что место изначального взрыва находится напротив АЗС. Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар, сказал он. Между тем, представитель АЗС «Нафта-24» в Махачкале рассказал «Известиям», как произошел взрыв. Он отметил, что напротив заправки находится автосервис. По его словам, именно там загорелись ангары с селитрой. «Нам управляющий позвонил и сказал, что напротив горит здание. И видно, там была селитра. Произошел взрыв, и взрывной волной перешло все на нашу заправку. И наша заправка начала гореть», – рассказал мужчина. Он уточнил, что сотрудники АЗС пытались предотвратить возгорание. Но ничего не помогло, поскольку взрыв был очень мощным. По данным пресс-службы МВД по Дагестану, из 8 цистерн на АЗС взорвались 2. «Наши люди, несмотря на опасность, рискуя, пытаются пройти на территорию, дабы помочь пострадавшим. Но есть большой риск повторных возгораний. По имеющейся информации, из 8 цистерн взорвались лишь 2. Риск очень высок», — говорилось в сообщении ведомства. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщили, что на место прибыли 2 пожарных расчета. Дополнительно была направлена 21 единица техники. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Что известно о погибших и пострадавших? По последним данным, в результате инцидента погибли 35 человек, еще 80 получили ранения. Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила ТАСС, что власти республики уточняют списки погибших. Медицинские учреждения в Махачкале переведены на усиленный режим работы по приему раненых. Для перевозки пострадавших из Махачкалы в Москву организован спецборт МЧС России с медицинскими модулями. На борту самолета находятся врачи и психологи. В республиканскую станцию переливания крови РСПК пришло большое число жителей Дагестана, чтобы сдать кровь для пострадавших. Сотрудники РСПК на рабочих местах и принимают доноров. Как видите, их немало. «Мы не сомневались, что наши люди моментально пойдут помогать всем, чем могут, и все же просим отложить визит на станцию переливания на завтра. Запасы крови есть, доноров для их пополнения на данный час тоже уже немало», — сообщила 14 августа пресс-служба Минздрава региона в своем телеграм-канале. Тем временем продолжаются разборы завалов и поиски под ними пострадавших. На месте ЧП работает кинологический расчет. Что стало причиной взрыва? Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что причины взрыва выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет сделано все возможное, чтобы справедливость восторжествовала. «Обеспечена безопасность дагестанцев», – заявил Меликов. Следственными органами СКРФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц. По версии следствия, 14 августа 2023 года примерно в 21:50 в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинская, села Новокули и Федерального шоссе, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание и последующий хлопок.
в результате которого пострадали и погибли люди. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания и автомобили. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица. Назначены судебно-медицинские и другие необходимые экспертизы, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления. Ход расследования поставлен на контроль. Что предпринимают власти? Власти развернули в Махачкале оперативный штаб, на котором будут приниматься решения по оказанию помощи пострадавшим, в том числе психологической и помощи по восстановлению инфраструктуры. На место ЧП прибыли госсекретарь Дагестана Магомед Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов и его заместители. Туда также выехал прокурор города Шамиль Магомедов. Кроме этого, в Дагестан вылетел первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко. В Кумтаркалинском районе Дагестана после взрыва на АЗС будет введен режим чрезвычайной ситуации. В соответствии с указом, который будет подписан в ближайшее время, мы вводим на территории муниципального образования Кумтаркалинский район режим чрезвычайной ситуации, сказал Меликов. Он также сообщил, что действия экстренных служб позволили спасти жизни многих людей. Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей. Удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями, написал Меликов в своем телеграм-канале. Власти Махачкалы сообщили, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Отмечается, что получившим тяжкий вред здоровью выделят 400 тысяч российских рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, выплатят 200 тысяч российских рублей. Также помощь будет оказана семьям погибших. Из резервного фонда Дагестана семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Говорится в сообщении пресс-службы главы региона. 15 августа в Дагестане объявлен траур. На всей территории республики будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.